человек, но никто не смог приехать, кроме меня. Я буду отдуваться за всех своими стихами, так что... Тебе. Это самое. Хочу сказать, что у нас в этом году объединение Сорикова 7 апреля отмечает свой юбилей, тоже 10 лет. Так что, кто хочет, приезжайте к нам в Углич, милости просим. 7 апреля, воскресенье, библиотека имени... библиотека Старостина в 3 часа. И вот единственная газета, хочу вот это прорекламировать, что вот газета «Шанс» еще нас печатает каждую неделю. Большое спасибо этой газете, которая вот дает нам шанс печататься каждую неделю. И вот я хочу прочитать свое стихотворение. Храни вас Бог, с кем был так счастлив я. Храни вас Бог, всех нежных, милых женщин. Такая у поэта знать судьба, петь о любви, но одиноким быть, как прежде. Нет, я не жалуюсь, я только говорю. Спешу к рукам я ласковым согреться. Храни вас Бог, и я вас так люблю, и никогда от той любви не деться. Так повелось у нас уже давно. Мы русские, мы любим всех нежнее. Храни вас Бог, кому любить дано. Пусть это чувство никогда не заржавеет. Девочка одуванчик, как часто весной я тебя вспоминаю, если увижу тот желтый цветок. Из одуванчиков первых в мае сплела ты себе золотой венок. И я, улыбаясь, сказал: а как иначе? Ведь ты насмешила меня до слез. Знаешь, мне страшно, девочка-одуванчик, как бы ветер тебя не унес. И как цветок ты мне навстречу открылась вся своей добротой. Милая, нежная девочка-одуванчик, можно я буду встречаться с тобой? Просто я душу свою отогрею рядом с веселой твоей красотой. Хоть ненадолго я в счастье поверю. Не улетай, одуванчик, постой. И пусть от весны той лишь солнечный зайчик привычно заскачет ко мне на постой. Где ты, та девочка-одуванчик? Куда передать привет мой простой? Может, не сразу мы понимаем, то, что теряем, потом не вернем. Мается память тем солнечным маем и согревает мне душу теплом.